Всем привет! Ну что, снова мы на Китайке, снова будем сейчас трешивать, будем проходить битву гильдий и также заберем плюшки, причем бесплатные подгоны, ну практически бесплатные, вот эти вот 600 самов стоили всего-то, 3 карты на забытую, пропуска, 3 карты в лабиринт, 10 Рудольфов. То есть Рудольф здесь вообще просто собирается. Вот опять 10 за один сам, следующий же день. Слизни, топовые книги, камни за 800. Просто супер. Так, что тут у нас за 1400? Ну, давайте заберем следующие награды. Так, есть. Вот сразу нам пришли дополнительные награды, забираем. Ну так, неплохо, неплохо здесь, конечно, дают плюшки. Так, что у нас по акциям? Я, конечно, еще до сих пор в шоке с наших прошлых. Так, тут еще не обновила. По идее, должны забрать ребята талантиков, которые мы выбили. До сих пор еще их не расставлял. Это просто жесть. Так, ну тут у нас подкопилось саженцев. Давайте заберем. Конечно, тут плюшки покруче, чем на русском сервере. Сейчас сами увидите, сколько нам всего дадут. Ну, до 20-го сейчас докачаем. Остальное потом добью. Да, конечно, тут, блин, грубые силы, исцеление, столько уже. Ну, на русском тоже есть исцеление, я его тоже заберу на свою тековку. Наконец-то добавили, но хотелось бы, чтобы грубую силу добавили. Не грубую силу у нас еще так не добавляли в такие акции, которые можно купить. Так, ну давай, давай. Подвисает на пару секунд китайский сервер. Да еще эта акция как-то криво сделана. Непонятно вообще. Так, есть. Так, 20-е, приз. Есть, приз забрали. 38, следующее. Потом добьем. Смотрим, какие плюшки. Так, ну коробка. Или это отсюда коробка? По-моему, отсюда. Вот смотрите, монетки 20 сапогов. Я офигею. Смотрите, какие награды с этой акции. У нас на русском, к сожалению, такого нет. Монетки, все, что хочешь. Просто жесть. 10 монет, камни на аугментацию, сапоги, слизни, рунки. Еще и карта на забытую. Так, еще даже места нам не хватает опять. Просто жесть, а не сервер. Так, смотрим, что там у нас. Открываем плюшки, которые получили. Так, это понятно. Я, конечно, просто охреневаю с этого сервера, ребят. Сравнивать с русским даже смысла нет. Акции меньше, но зато акции такие, в которых и не затратные, если брать по сравнению с русским сервером. И реально нужные вещи дают. Так, коробочку мы пока оставим.
Там и героев ролили. Реально наролили кайфово. Ну что, смотрите, есть три топовых сундука. Сейчас мы их откроем. И три таких. Открываем. Бум. 10. Отлично. Карта тоже отлично. И 5К кулаков. Вообще огонь. Супер. Я не знаю, этот аккаунт, такое ощущение будет скоро просто прокачан. Я даже не спешу качать героев, потому что, ну, боюсь, что просто начну здесь играть. Так, ну что, поехали. Топовые сундуки, с которых можно получить вот такие вот призы. Отсюда, конечно, грубая сила, это просто, блять, вау. Ну и неплохо получить отсюда. 5 слизней топовых, такое себе. 20 камней, такое себе. Херня, короче. Ну, это не страшно. Так, это у нас третий сет. Давайте откроем сразу же сумочки. Вот так вот. И вот так. Использовать. Место только занимаю. Так, открываем сумочки. 140 осколков сразу же. А тут... Бум. Почти, почти. Чуть-чуть не хватает нам. Так, окей. Давайте еще заберем ребята отсюда. С этой акции. Опять не в ту акцию зашел. Ну. А, чуть-чуть не хватает. Ладно, завтра заберем. 701. Я забыл, думал, большой пак будет. Тут можно ж маленький взять. Мы маленький взяли. Так, окей. Че, побежали смотреть, что у нас там по битве гильдий. Будем трешевать сегодня. Попытаемся топов всех нагнуть. Так, 275 стрелок есть. Ну, здание понаружи. 209. 289. Оу, юниты снаружи. Окей. Будем смотреть. Это вообще что-то изи. Еще и дырочный. Не вопрос. Давайте юнитов наберем пока. И определимся сейчас с составом. Так, окей. 50 нам хватит. Смотрим. Так, Купидон. Делаем так. Ворожей. Оставляем такого. Так, оставляем такого. Хрон. Делаем ремочку. Так, 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 так. Оставляем, оставляем. Тыковка. Окей. Так, не понял, не понял, не понял. Тыква. Ладно, попробую вместо ворожая возьмем Минотавра. Или пока не надо, давайте там есть топы вроде попроще. Сейчас будем вычислять их. Так, 265, этот, по-моему, легенький вообще. Да, тут можно походу и Фрейи пройти. Фрейя, Купидон и Теко. Смотрим. Что-то я разогнался. Зачем я тыкву пускал? Так, пускаем одну Фрейю. Пусть сначала их посливает. Хоть она у меня с ожогом, все равно, как видите, урон вообще отличный. Просто супер. Так, сейчас Гаргула надо, чтобы
слила. Эй, не успели. Ладно, попробуем вот так вот. Так, Арктика ушла. У него они все с оживой там стоят, что ли? Так, Гаргул. Так, ну чё, кто кого? Это вообще непонятно. Ничего себе, посливали мы их. Ну давай еще. Как-то не критует она совсем. Хотя должна. Ну, в принципе, сейчас тень вылезет. Так, ну-ка. Вроде нормально. То у нас остался один Купидон всего лишь. Так, выпускаем сюда тыковку с исцелением. И поехали. Ускоряемся. А, у него и забор ломается, смотрю. Неплохо. Анубис. Есть. Первого прошли, потеряли всего лишь Купидончика. Ну, честно говоря, у него герои не очень. Так, битва гильдий. 254. 289. Так, 254 тоже нужно убивать. Да ладно, это что такое? А, там у него стрелок есть, ну окей. Давай попробуем. Что-то не роняют совсем, да? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Хотя, в принципе, должны сейчас затащить. Ух ты, как стрелок нас долбит. Как видите, вроде расстановка. Конечно, Минотавром тут можно на изи пройти. Но я хочу сейчас таким составом затащить. Давайте так. Купидона пока трогать не будем. Попробуем. Так, ну выражай, что с тобой? Вот ты ну баста, а. Все, стрелка убили. Правда, по отхилу у нас все печально. Я питомца мне повыставлял. Ладно, попробуем. Ой, хорошо, она критует. Все, ворожай, до свидания. Ну, остался у нас один. Так, эти башни, конечно, не в тему совсем. Все, башенки слили. Кидаем тыковку. Отлично. Так, есть. Двоих убили. Побежали дальше. Так. 289. Что тут у нас? Ой, он расстановку поменял. Ну-ка попробуем вытащить сюда. О, отлично, отлично просто.
Просто отлично. Самое главное, вражескую Фрею не задеть. Купидона. Так, задели вражескую Фрею. Окей. Значит, можно отсюда пробовать проходить. Пробуем опять то же самое сделать. Так, раз. Два. Что это было? Не понял вообще. Так, потащили. Опять я не взял никого. Ух ты. Окей, питомцев нужно все-таки расставить. Так, тыковка есть, ворожая есть, а питомцы вроде все расставлены. Хранитель. Вот так вот сделаем. 31 уровень, первый скилл. Огонь просто. Жесть просто, как тут питомцев быстро прокачиваю. Так, понятно, нам маны не хватает. Ладно, хрен с ним. Побежали дальше. Вот, сейчас должно быть поинтересней. Можно, конечно, и стрелка, в принципе, использовать. Нифига себе, оно бездолбит. Как это мы до этого нормально на нем так разгонялись, а сейчас... Ворожая просто унизил. Ладно, окей, пробуем просто чисто Фрей. Что у нас получится вообще? Так, тут тотем у нас еще есть. Блин, плохо она его бьет все время. Ладно, пробуем пока так. Жесть просто. Ладно, пробуем пока так. Дебаф, конечно, он надебафал ее жестко. Нереально просто. Да, интересно, интересно. Так, а ну-ка попробуем вот так вот всех выпустить. Просто сразу слили. Что попробовать все-таки с Минотавром. О, он поменял атаку, офигеть. Надо срочно атаковать. Так. Ой, у него забор ломается. Просто огонь.
Так, блин, надо поспешить, не провтыкать. Так, Рея. Тыковка. Непонятно, что это было, но тыква наша пропала. Ладно, так, одного слили. Так, теперь нужно хранителя слить. Хранителя слили, ворожей. Блин, да ладно. Так хреначить моего этого. Это жесть какая-то. Ладно. Ставим сюда Минотавра. А, так. Бог войны. Надеюсь, он не успеет. Опять поменял. Да задрал ты уже, блин. Запарил. Сколько можно менять? Ладно, давайте сливаем. Да, мне это больше и больше нравится. Сейчас опять зайдем, поменяет. Нормально, Минотавра Хранителя слили. Так, кто там у нас дальше? Давай, добивай Хранителя. Ну... Жесть просто какая-то. Только выпускаю кого-то, сразу же сливают. Я в шоке. Ладно, пробуем так и так. Да вы издеваетесь. Хорошо, а если вот так сделаем? Жесть просто. Уже Фрейю поставил. Да ты запарил уже. Какой
какой-то, блядь, дерганый. Так, ставим. Пока есть. Ставим Минотавра. Так. Все, пусть стоит Фрея, никуда не девай ее. Че, блять, уже Фрею убрал? Вот, нормально. Давай сюда вертолетика. Да, блин, это жесть какая-то. Блять, сука. Троллинг, блять, сотый левел. Давай, давай, Фрея, где ты? Да твою мать, ну? Издевается, блядь. Да ну его в пень. Пойду других пока попрохожу. Запарило, блин. Кучу героев вечно меняет. Либо оставлю его на потом. Так, тут у нас есть стрелок, да? Значит, кидаем сюда Анубиса, сюда Минотавра и сюда всех остальных. Не получилось. Значит, так, Анубис, Минотавр, тыковка, все остальные. А-а-а, чуть-чуть не хватило. Еще разок. Анубис, Минотавр, тыква и все остальные. Ну, Купидон, где твой баф, блин? Вот так вот. Вот так вот топы проходятся, блин, а тот запарил. Так, 242. Так, пробуем еще разок. Вообще жесть. Так, отлично. Вообще супер просто. Просто огонь. Так, ладненько. Пробуем еще разок. Смотри, сразу же всех моментально сливают. Так, ладно, сливаем. Значит, сначала юнитов, потом тыковку. Так,
Так, окей, есть. Юниты. Нормально все. Вроде все good. Минотавр. Тыква. Хранитель Купидон. Вот так вот его. Жахнули, ребята. Так, побежали дальше. Просто изи. Причем Минотавр у нас первая эволюция. Это что за драсти? Ну окей, давай. Коль ты так хочешь. Мы сейчас тебя попробуем. Или не попробуем, или попробуем. Я думаю, что все-таки попробуем. Бум. Все. 247 новый наш топ на БГ. Ну, как видите, уже в пятерку попали пока. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал. Знаю, что получился долгий видосик, но без этого никак. Это ж китайка. Всем пока.